Сегодня выходной, и мы пойдем на воскресный рынок, который находится в населенном пункте Викар, или Викар, как они говорят. Посмотрим, что там нам испанцы приготовили на продажу. Мы поедем на Меркадо де Викар. Поехали! И тут марокканцы орут, зазывают. Je filme. Je filme. Un morceau de bois et ça met un morceau de couleur comme ça sur un mur blanc, ça Ven aquí.
¿Qué está ahora? ¿Otra vez? Yo quiero una Pregúntale al que tiene braguilla, que tiene brazo. Hay que brazo dos, pues. ¿Qué dices? Ah, mira, a mí me gusta. Y si no, mañana nos vemos. Pues ya está. Y se lo bajo por lo que trajo una paja. Ya la mesa grande. Eso es lo que quiero de un Oui. Anda Augustico, señora, a 5 pavos nada más. ¿Qué pedazo, Augusto? Hola, Pastor. Ya luego, pues ya luego cuando me salí de la uña es pantalón ya. Estamos que. No,
Quería también nada más. ¿La otra? ¿Cuánto? 2,10. Ah, ok. Sí. Aquí tiene. Gracias. Muchas gracias. Estos son machos. Вот что мы купили на этом рынке. Значит, два деревца, которые называются Адельфа. Они бывают белые цветы, бывают синие, ну, разноцветные такие. И жасмин. Вот эти Адельфы, они стоили по 3,50, а жасмин 5 евро. То есть вместе заплатили 12 евро. Ну и вот что мы, значит, купили на рынке еще плюс к этим самым к деревцам. Вот. Гранаты. Дынька. Хурма. Вот. Мандарины. Авокадо. Неплохо. И недорого. Вкусненько. Будем есть целую неделю. Сразу же осы налетели. Как тут. Фрукты с воскресного рынка. Дорогие друзья, ставим лайк и подписываемся на канал. Ссылка находится внизу под видео в описании.